Две золотые медали и одну бронзовую завоевали спортсмены Дагестана в финальной части турнира по греко-римской борьбе на 9-й спартакиаде учащихся России. Соревнования прошли в населенном пункте Раменской Московской области. В своих весах первенствовали махачкалинцы Саид Мусаев и Адам Шалаев. Тройку призеров замкнул Даниял Агаев из Буйнакского района. В шаге от призовой тройки остался Гаджи Нуров. Всего же обладатели 12 комплектов награды определили 116 борцов классика в возрасте до 18 лет из 36 регионов страны.